Всем привет-привет, доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня 7 августа, 5 часов 25 минут утра. У нас все потихонечку. Свет, газ, вода, связь есть. Все работает. Все в этом режиме. За ночь была у нас одна воздушная тревога. Где-то в начале второго и в начале третьего ее отключили. Ночью как-то спала неспокойно, много раз просыпалась, но, честно скажу, ничего такого не слышала. Просто, ну, на душе было неспокойно. Вот. Вчерашняя ночь, я вам тоже говорила, ничего не слышала. Правда, ничего не слышала. Приехала на работу, сотрудники говорят, что снова были прилеты по Запорожью. Около там 4 утра у нас не было слышно на районе. И многие говорят, у кого было слышно, у кого не было, мы не слышали. Вот. Поэтому я говорю то, что слышу сама. Если, вот, как говорится, услышала, я сказала. Без всяких там вот кто-то, что-то. Поэтому я и говорю, что вот спала. Слава Богу, ничего не слышала. Не как ту ночь, которую подскочила с кровати. Вот. И, конечно, ждем официальные заявления. Вот вчерашняя ночь, которую я не слышала, да, около 4 утра девочки сказали, зашли в новости, ничего нет. И уже в 11 дня нам только сообщили, что были прилеты по Запорожью, где более там слышно было, что жертв нет, есть выбитые стекла от взрывной волны у людей, что там работают, все убирают, все чинят. Ну вот, только такая информация до нас доходит. Слава Богу, что пишут, что жертв нет. Поэтому как-то так. Очень сильно переживаю за Израиль. Там наш сыночек сейчас живет. Рада была, что он не с нами, что здесь у нас такое творится. Теперь и там, говорю, мир сошел с ума. Просто. Там у нас много друзей. Мы очень переживаем с мужем за вас всех. Миша, Надя, Вика с Юрой. Даша с Петей. Ребятки, держитесь. Тоже очень много видео в интернете выкладывают, в Фейсбуке. Работа железного купола. Мы все это тоже видели своими глазами. Когда были там, тоже были обстрелы. Это ужасно, конечно. Что? Такие новости. Ребятки, держитесь. У Нади с Мишей доченька служит. Дай Бог и ангела-хранителя, всем ангела-хранителя, чтобы все были живы. Все будет хорошо. Утренний кофе. Все, кто со мной, приятного аппетита. Ну, а я продолжаю пить кофе. Собираться на работу. Всем мирного дня, чистого неба. Все, кто сегодня работает, легкой работы. Кто сегодня выходной, хорошего отдыха. Всем только-только хорошего. С вами, ребятки, хочу поделиться нашим вчерашним днем. Я там ответила на вопросы о шекеле. Кому интересно, оставайтесь, смотрите. И все будет обязательно хорошо. Нужно только в это верить.
Приветики, добрый вечер, друзья. Добрый вечер всем. Я уже дома. А я тоже. У нас ужин сосисоны с вермишелькой, салатик. Ну, сегодня без сыра. Я сыр в морозилку положила и забыла. Ну, а его уж не порежешь быстренько. Видите, сыр в морозилку. С блютузом до сих пор. Да, с работы. У Артурчика, что там у тебя, до шашлыка? До шашлыка. До шашлыка. А у меня соус чили. Как прямо вот в служебном романе, говорит. Мы ели, говорит, чебуреки, шашлыки. Так вот и мы. До шашлыка. Да. Нет шашлыка, есть сосисоны. Нет кетчупа, да? До сосисонов. Я такого не видела на здании. До колбасок барбекю. А до сосисонов? А до сосисонов нету. Ну вот. Надо кинуть им идейку. На сосисоны, да? Ну да. С кетчунезом. Ну вот действительно, почему не делают соус кетчунез? Делают там всякие... Как они там, карбонары, всякие соусы. А вот почему нет соуса кетчунеза? Уже готовы, чтобы самому не заморачиваться. Рецепт не знаю. Пропорцию не знаю. Надо это, патент открывать. Ну, в принципе, да, можно запатентовать. И потом, если начнут его кто-то производить, денежка будет капать. У меня там спрашивали, какой аист нам принес шекеля. Вот этот. Завтра расскажешь. Нет. Когда я буду на рыбалке. Вот так всегда. Я на аиста не похож. Похож. Я очень... Я с детства хотела Йорка, но я никогда... Мои были удивлены, когда я сказала в Израиле, что я его хочу. И всю жизнь хотела, но я никогда не говорила. Потому что я знала, что сумма стоимости такой собачки просто нереальна. Хотя она... Мы это реально услышали первый раз в Израиле. Но до Израиля она хотела... Сначала кокера, потом чау-чау. Чау-чау, да. Кокер просто я его купила. А про Йорка мы даже не слышали никогда, да, в жизни. Потому что он нереально был дорогой пес. По тем деньгам, по нашим зарплатам, это неподъемно. Мы не могли себе его позволить. А в Израиле уже могли себе позволить. Поэтому это происходило вот так. Артурчик, глянь, какая фотография. Глянь, тут в Фейсбуке, ты посмотри, какой красивый. А но какие... сначала, знаете? А какие одежки? Она мне бивера показывала. Бивер Йорка, да. А потом перешла все-таки на Йоркширского терьера. И вот как? Говорит, я хотела то всю жизнь, как говорится. Не, а бивера я раньше никогда не видела просто. А тут раз и увидела такую красоту. И показывала постоянно бивера мне. Да. Оказался Йорк. Ну, потом чего-то я... Биверы, они просто покрупнее, да? И шли. Потом я начала больше информации о них собирать. И я поняла, что я хочу не бивера Йорка, а именно Йорк. И хотела миника, чтобы манипуха был такой манипусенький. А потом передумала на обычного классика, и мы не пожалели. Хотя когда-то она тоже хотела миника, миника, чау-чау. Нет, чихуахуа. Нет. Или куда мелкие вот эти. Что ты показывала, в бокале сидел собачонок. Это Йорк. Там лысый. Лысый. Короткошерстный. Не хотела никогда. С бантиком хотела, в бокале сидел. Это маленький Йорк был. Я найду фотку, то я тебе покажу. Хорошо. Это был Йорк с бантиком. И взвешивали его 300 грамм. Чихуашку? Нет. Ты знаешь, я пушистых люблю. У нас кошки все пушистые были практически, персы. А, нет, я брошу сиамские. Сиамский тоже был пушистый, как ни странно. У нас сиамский был белый с черным, и глаза такие голубые-голубые. Ну, в общем, ребятки, кто хочет собачку, Йорка,
И не знаете, как уговорить вторую половинку? Это тихо вы так. Ой, посмотри, какая милота. Сдалека. Загоня. Обязательно сдалека. На протяжении нескольких лет. Да. А потом заходите на Алиэкспресс и говорите, ой, такой костюмчик ему пойдет. А уже и имя придумала, и все. И Артурчик с сыном мне на 45 лет подарили денежку на Йорка. Уже всех я замучила просто им. Но сказали, ну ты же понимаешь, мы не можем его приобрести, потому что квартира съемная, потому что много есть, но. И я согласна была, да. Денежка уже лежала. Уже Артурчик один костюм спортивный красный купил на Алиэкспрессе ему. Уже мячик куплен был, когда еще шекеля у нас вообще не было. Но имя у него было. Я говорю, только мальчик, и только будут звать его Шекель. Это да, это было. Ну, а потом, как бы, больше всего сподвигло то, что... Коронавирус. Благодаря ему, поверьте. И еще у меня не стало мамы зимой. Буквально через несколько недель наступил коронавирус. Меня уволили с работы. Я осталась заперти в четырех стенах. Я сидела в новостях просто, эти новости, люди, заражение, все эти самые, Артур с работы приходит, я уже все, вся в новостях, вот такая-никакая. Ну и все, Артур начал по Фейсбуку, говорит, вот этот посмотри, симпатяшка, знаешь, ему имя Шекель не подходит. Дальше. И он нашел Шекеля. Шекель у нас из-под Назарета, привезенный издалека. Последний день его привезли, вот сегодня нам его привезли, а на завтра уже перекрыли все города в Израиле из-за коронавируса, и невозможно было с одного города уже переезжать в другой. Вот так вот. Закрыли полностью города. Это только вот на само начало было. Вот. И когда у нас появился Шекель, это было вот, Артур ушел на работу, и... Первый день я с ним осталась, и все, и потом Артурчик вечером приходит с работы, и я говорю, ты понимаешь, я сегодня в новостях вообще не была, вообще. И вот это вот Шекель вытянул с какой-то депрессии, со всего этого, потому что я полностью занята им была. Ну да, он хорошо тогда помог. Потому что, ну... Он реально была такая отдушинка, что уже на улицу ходить нельзя было, только в магазин на расстоянии 100 метров от жилого дома. Ну, у нас еще карантин был, мы сразу не выходили, а потом я потихонечку, да. И благодаря именно собаке можно было выходить даже на набережную, до моря. И мы с ним ходили гулять. Как бы это очень большой плюс тоже поиграл. И то, что я же, я на работе, Наташа целый день с ним, она да. Его там и дрессировала, и сюсю-пусю. Ну, сейчас да, вот вы видите, какой он есть. Научилась и подстригать его, и сделать сама гигиену, открывала уже не новости, не новостные каналы, уже открывала именно как подстричь. Как сделать гигиеническую стрижку. В Ютубе, в интернете есть все подробно. Ищите только ту информацию, которая именно вам подходит и вам объясняется. Там вот ну, подробно и все хорошо. И что нужно купить для Йорка. И с какого месяца нужно тренировать его. И, в общем, как кушать. Как кормить его. Как чем, приучать чтобы... к пеленке. Вот это, чтобы он ходил на пеленку. Не гадил нигде. Ни в коем случае нельзя ругать их, как обращать. Вот полностью все, столько информации выучила. Я не знаю, я за ребенка столько не выучила, как выучила за Йорка. Это вот маленький ребенок. А сколько у нас одежки, я вам покажу в следующем видео. Она уже сколько обещает, все никак не покажет. Вот Артур поедет на рыбалку, а я вам покажу. У меня будет вечер похвастушек с Шекелем. Устроим вам. Потому что мы скупили половину этого, как он называется, Алиэкспресса. У нас есть и пижамки, и свитера, и все, не буду говорить, все покажу. Все нужное, ни разу я не пожалела, что мы купили одежду, потому что на форумах многие пишут, не приучайте собаку к одежде, этого типа не нужно делать, это все-таки собака. У нас он мерзнет, и не просто это разговор, он действительно мерзнет, он прячется под плед, он укутывается. Ему когда прохладно, и он прячется, он даже не играется, не вылазит никуда. Я ему только пижамочку одела, да с бананчиками сразу. О, где мои мячики, зайчики, игрушки?
Понимаете? Мы видим по нему, по характеру его, что это ему хочется, ему так комфортно. Почему нет? Конечно же, мы купим. И пижаму. Даже в сапожках ему нормально. Он любит в сапожках по лужам бегать, как вы видите. Без сапожек он в лужу не идет. Как только одеваешь сапожки, ему все. Море по колено. Хотя заходит так, что в сапожке вода затекает. Ну, главное, чтобы были сапожки. Мы даже ему кепочку купили. Ну, кепочку купили немножко неудачно. Вот этот вот между ушками расстояние. У кепки чуть-чуть больше, чем сами ушки. Получается, ушко, ой, как вот так сделать? Оно вот так вот загинает. Этого не должно быть. Ушки должны стоять. Поэтому кепка у нас новенькая лежит. Ну, может, кому-нибудь потом перепродадим. Голова сильно маленькая. Да, крохотунечка наш. Любим его, все понимает, все. Вот, кажется, вот сейчас-сейчас заговорит. А кажется, он вообще с нами разговаривает. Он подходит лапой так раз-раз, и мы все понимаем, что он хочет лечь под бочок, что хочет, чтобы мы ему пузико почесали. В общем, это любовь любовная. Вот кто хочет любовь любовная, отвлечься от всего, вот это вот детеныш, просто детеныш, это не собачка. Это... А когда их два в семье, это вообще круто. Не знаю. Мы хотели купить еще девочку, но сейчас нет. Мы не будем рисковать, потому что очень за них переживаем. Время стало нестабильное, поэтому мы никогда не будем рисковать своими животными. Уже все успокоится. Сейчас потом. Реально не те обстоятельства. Да, а потом мы уже подумаем. Так что, ребятки, секрет раскрыт. Вот. Сразу подносите второй половиночку. Такая милота, милота, посмотри, какой нос. И желательно на день по нескольку раз. Да. И скидывать с утра всякие там с добрым утром это фотографии такие. А вам в ответку с добрым утром там новый спиннинг или там... А прикинь, вот так муж, да? Жене такой, посмотри, какая милаха. Ну, хотя ты так делаешь. Посмотри, какая милаха, новая удочка, там поплывки, там гармошки. А я же никогда не против. Я же хорошая жена, хорошая. Я тоже разрешаю тебе удочки покупать. Хожу в рыбацкие магазины. Даже разрешаю червяки, я опарыш у нас в холодильнике. И я не кричу на мужа, когда они бегают по всему холодильнику. Да, лежат там несколько штук. Поэтому я хорошая жена, поэтому уже, ну да. До сих пор я не могу убрать, там лежат сухие уже. Ужас. Поэтому вот, если захотели, покупайте. Но вы должны понимать, что это ответственность. Это большая ответственность. Это вы сразу вы отказываетесь от нормальных походов в гости, от нормальных где-то поездок, потому что где-то в самолете или что, это нужно узнавать, можно его в ту, куда вы летите, в гостиницу там или еще что-то. Если да, не все гостиницы принимают. Автобусы, опять же, не везде автобусы берут с собаками. Нужна переноска, нужны все документы эти. Подтвержденные. Это большой головняк. Обязательно прививки, обязательно паспорт, обязательно чип. У нас все это есть. Так что да. Надо взвесить все за и против, и тогда уже решать. Но если реально хотите, желаете, то... Просто они отдают больше, чем в них вкладываешь, больше вот этой любви. Ты приходишь, все облизал, обласкал, радуется, прыгает. Ну, сначала бывает, и обматюкает, если сильно долго нету. Мы даже... Кусать начинается. Такой, ну, мы даже нежность. Ради него купили камеру, как многие знают. И когда мы чуть-чуть задерживаемся, мы за него переживаем, смотрим камеру, как он лежит то на одной стороне диванчика, перейдет на другую. Они, конечно, скучалки. И оставлять надолго не нужно. Там, ну, 2-3 часа они еще более-менее нормально. Потом начинают скучать. Если есть возможность не оставлять, иди сюда, то лучше не оставлять. Он такой лохматый. Сегодня я ушла, а он стянул резиночку. Вот это шедевр от Артурчика у Шекеля на голове. Артур делал ему резиночку. Да, скажи, папа делал, мама сейчас доест и перевяжет, все расчешет. Вот папа, чтобы дать огурчик, облизывает масло, потому что нельзя лимон, все. Вот, это ребенок. Это член семьи, самый главный. Мы себе во всем откажем, а ему купим и сделаем. Ну все, ребятки. На вот такой позитивной нотке. Обожаю за Шекеля рассказывать. Ой, я не знаю, это
Говорит, не переговорит. Уже еда вся остыла, понимаете? Бог с ней, ты едой. Главное, свобода. Вот, ребятки, завершаем запись в своем дневничке. Переворачиваем страничку. Конечно, в светлое будущее завтра. Всем скорейшего мира. Всем пока-пока. Bye-bye.